think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и решил я сегодня затестировать вот такого вот огника. Давненько я им не бегал. У нас он собран на уклонение, практически фуловый. Плюс у него есть свое уклонение. В итоге у героя получается в такой сборке 15к уклона плюс титул. Довольно-таки немало. Можно сделать намного больше, но я думаю, этого должно нам хватать. Стоит у нас огненка от зефиров, защита плюс истинная вера. Тут больше тест истинной веры, так как огник сам по себе себя отхиливает, когда входит в форму. Так, 1-4. Поэтому интересно будет посмотреть этот вариант. Плюс это даст ему еще не уяз дополнительный. Хорошие противники. Давайте начнем отсюда, посмотрим, что тут интересного есть. Фобушка заряженный, землеройка, зефир, правда, без водушки, Фрэнк. Ну, поехали, попробуем через Фрэнка забежать. Посмотрим, что с этого получится. Как видите, у нас сразу же молчанка прилетает. А под молчанкой у нас не работает, получается, огненка. Все, героя просто тупо нет. Хорошо, поехали через... С этой стороны попробуем залететь. То есть надо, чтобы кто-то снимал негативный эффект, в данном случае молчание. С таких героев это у нас ворожей. Самый интересный вариант. Придется, наверное, ставить ворожея. Сейчас мы его поставим, пойдем пока других противников попроходим. Ну, вот такой вот ворожай у нас будет. Тоже пусть будет с истинной верой. Такс. Поехали пока других почекаем. Лис, Мэрия. Тут вообще зефира нету. И водушек нету. Интересно. Смотрим, сейчас посмотрим, что в итоге у нас получится. Если сильно мучиться. Минус. Огник будет бить других героев, тем самым их заряжать. Если сравнивать с другими героями, которыми я бегаю, есть герои, которые не атакуют. То есть тот же самый Барт, например. Он не атакует героев. Единственный, кто может ударить, это Смотр. В итоге, что мы видим? Ну, в принципе, отхил идет в плюс. Но тут нету воодушек. Перед этим Раста показала, что все-таки молчанка. Нету у него иммунитета к молчанке. Был бы иммунитет к молчанке, было бы все намного круче. Ну а так, как видите, печалька. Плюс недомогание не дает ему восстанавливаться. Но истинная вера, как-никак, хоть немножко его улучшила. Но герой, скажем так, еще до сих пор востребованный. Хоть и старенький с донатных, но в некоторых ситуациях еще нужен. Но как видите, у него хоть и при таком уклонении по нему все равно попадают. И довольно-таки хорошо. Это то, о чем я говорил. 15к уклона — это не потолок, и это не предел. Даже 20-25к это все равно вас не будет спасать против героев, у которых будет хотя бы наполовину прокачана точность, потому что точности питомца там супер пэты, и бонусы дают намного больше. Если взять, например, вот 1950, это потолок уклона, да? Так, это у нас крит дамаг. Вот 3000, то есть уклона все равно больше на героях, если его, ой, точнее точности, если ее наролят, все ваши уклоны до одного места будут. Поехали, попробуем тут зависнуть на зефире.
если получится, конечно же. Ну вот здесь, как видите, нету много точности. И вот лис, который там вроде и дамажит, а толку от этого никакого нет. И от хил он тоже особо не режет, соответственно. То есть огник за счет встроенного уклона еще кое-что может по сравнению с другими героями. Я вот не понимаю, какой смысл ставят Космо на деф. Это для меня какая-то дикость. Вообще не вижу этого героя в дефе. Все изи просто. Так, тут 1.4. Тут вообще никого бить. 1.5. 1.46. Поехали, 1.5 добьем. Так. Вот тут у нас тоже дофигища воодушек и есть землеройка. Соответственно, он у нас сейчас тоже отлетит на ура. По идее. Ну, если будут попадать. Попадают. Видите, как проседает. Причем быстренько проседает. Соответственно, в такой вариант кидаете ворожея. Он у вас снимает негативные эффекты. То есть снимает недомогание, снимает молчанку. Ну, конечно, если вашего ворожея не сольют. Если он у вас хорошие прокачки. И, соответственно, без проблем можете бегать героем. И поэтому я уже не один раз говорил, если у вас есть возможность, вливайте ресурсы в ворожея. То есть ворожей у вас должен быть собран на хорошее уклонение, с хорошими прокачками, и соответственно вы без проблем сможете все пройти. Смотрите, еще и шатаем его героев. Так, сейчас мы дойдем до Мэри. Мэри нас просто жахнет. На изи, мне кажется. Либо он сам себя убьет. Опасно, опасно, кстати. В принципе, вроде держимся. Ну, на крайний случай у нас есть заначки дед для этого. Так, налегке. Ну, вариант неплохой. Истинная вера, как видите, еще работает. Поехали здесь проверим этот вариант. Запускаем точно так же. Тут больше зависит все от точности вражеских героев. Землеройка то однозначно будет пробивать, попадать, но если мы сейчас его ушатаем, мы его бьем по чуть-чуть, то в принципе нам ничего не страшно будет. Так, начали мы заряжать других героев, это немножко опасно. Все, землеройка улетел, соответственно, фобушка нам уже такой, скажем так, проблемы не предоставит, то есть не сделает нам проблему дальнейшего прохождения. Самое главное дальше не попасть на божество либо еще на кого-то. Можно зависнуть, если мы зависнем на фобушке, это вообще самый идеальный вариант будет. Мы его, я смотрю, по чуть-чуть шатаем. Ну и здание 76% мы уже подбили. Вот по 300к дамажит, я не знаю, что с этим цепом. Ну, почему-то на хай-левелах вот 200-300к это норма, а при таких же статах и параметрах на мелких домах намного меньше. Где-то нам не раскрыли еще формулу с силой. Нормально. Без проблем и этого топа прошли. Так, и следующий у нас 1.46, если я не ошибаюсь. Да. Тоже землеройка, лис, воодушки.
Ой, я Зефира выпустил. Немножко не того героя закинул. Можно, конечно... Ого, нифига себе. Это было жестко. Моржей просто отлетел. Так, попробуем. Тут, наверное, точности поболее будет. Прикольненько. Ну, пробуем. Да, смотрите. Просто тупо ушатали. Пробивает жестко причем. Ну, окей. Попробуем сделать шанс слива максимальный. 2, 3, 4. А, Нубис у нас будет 5. 6. И сразу же такие сливы. Слив, слив, слив. Офигеть просто. Жестко. Вот это хорошая точность у него реально. Хорошо, попробуем отсюда зайти. Раз, два, сворожея закинули. Анубис у меня просто раздетый полностью. Смотрите, Анубиса просто ушатали налегке. Огник тоже. Вообще отлетел. Вот это хороший деф. То, о чем я говорил, что сколько бы у вас не было уклона, его можно налегке. Смотрите, огника опять нет. Хорош. Вот что значит, когда хорошо прокачана точность. Надо юнита убрать, а юнита мы убрать не можем, потому что у нас Анубис наш бесполезный. Огник отлетает. Посмотрите, огник отлетает, ворожей отлетает. Просто налегке. В лоб фиг пройдешь. Ну, относительно фиг пройдешь, конечно, если сейчас позаморачиваться, повыставлять суперпетов. Попробуем. Давайте попробуем вместо истинной веры поставить... Уберу я отсюда это, поставлю сюда. Вот такой вот вариант. Побольше уклона сделаем. 21 тысяча уклонения. А тут попробуем сделать стандартно. Мне интересно просто, как у него по точности будет попадать, не будет. Сделаем такой вариант. 4 секунды, то есть 2 удара без, бьем без отхила. Деф реально хороший. Хотя если у меня ворожея пробивали, то я думаю, смотрите, оно без даже не спасает. В принципе, мне тут Анубис по большой части и не нужен. Ух ты, хорош. Красавчики просто. Ну, это все равно не спасет. В нынешних реалиях только вариант поднимать хп зданием. Но опять же, есть такие варианты героев, которых на дефе просто не слить. И, соответственно, тут уже безвыходность. Я даже понимаю, что уже ничего не сделаешь. Только единственный вариант откатывать некоторые итемы и некоторые плюхи. Потому что битва гильдии убита полностью. А, так. У меня тут сундучки со скинами появились. А, это на здание первое. Говно, короче. Я думал, это скины на этот... На питомцев это на здание до одного места. Мне они бесполезны вообще. Печалька. Ну, эти тоже не особо нужны. Что-то у меня по скинам прокачано.
Леди Лис надо качать. Барда, вот, кстати, я что-то его не качал вообще давненько уже, причем. Есть, видите, хватает. Надо завоз, завоз сундуков, которые этого вообще скина нету. Я за ним что-то и не парюсь, даже честно скажу. В общем, такие вот дела, ребятушки. Как видите, огник еще актуален, но опять же проблема с молчанкой, и ее надо решать только ворожаем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.